И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Паша. И в сегодняшнем видео расскажу, как узнать длину бритвы. А, кстати, передаю привет Святославу из Векову, бабушке из торгового центра, Артему Виноградову, Никите, Дексу, ну и, конечно же, жителю Абебова. Привет вам еще, ребята, от меня. Дорогие друзья, сначала расскажу немного про бритву, не перематывайте видео. Бритва рифмуется со словом молитва. Это означает, что молитва бреется, когда умывается. Также это бритва женского пола. Я это определил с помощью вопросов «Она моя или он мой?». Как вы знаете, дорогие друзья, бритва очень острая за счет своих лезвий. Именно поэтому я всегда надеваю на нее защитный чехол вот такой вот. Вообще защита необходима абсолютно везде, начиная снизу, заканчивая сбоку. Надо сказать, что бритва имеет такую форму неспроста. Благодаря такой форме ее удобно держать в руке. Ну а теперь давайте же я вам расскажу, как узнать размер бритвы. Для этого нам нужна деревянная линейка. Мы вот так вот берем, подставляем и измеряем. У нас получается 11,5 сантиметра. Показываю на всякий случай второй раз. Вот так вот подставляем, измеряем и вот. Ну ладно, дорогие друзья, вот я вам показал, как узнать размер бритвы. Если остались вопросы, обязательно пишите. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья и лучше. Всем удачи, храни вас Господь и Аллах, и всем пока. Не болейте, удачи.